Березовая роща. В субботу, 19 декабря. По традиции наша субботняя вылазка в парк Березовая роща. Подышать свежим воздухом и получить положительный заряд на следующую предновогоднюю неделю. До праздника остается все меньше и меньше. С чем вас и поздравляем. Гуляет народ, кормит голубей. А мы начинаем пешую прогулку по парку Березовая роща Дзержинского района города Новосибирска. Ребятишки балуются. И вот настоящий северный олень из упряжки Деда Мороза и Снегурочка, которая его везет. Какое-то нехитрое развлечение для детворы. А вот еще пони стоит. Один, все спокойно, нервов нет. И пони, и олень. Какие животные. Давай колени. Давай колени. Можно сниму, да? Елочка. А? Где? А вот там на площадке. Так я думал, мы куда-нибудь зайдем. Ну а что на улице? Ну, елочка такая красивая. Ну, пойдем посмотреть. Елочку. Краны установили. Интересно. Да? Установили. Вот сейчас проведем фотосессию на фоне елочки. Панорама. Городка развлечений. Еще одна панорама парка. Мы идем в сторону катка. Как тут за ним войти?
Наверное, для малышей, которые... Немножко. Немножко заблудились. Быстро исправили положение. Ну, прохладно вообще-то сегодня. Так-то. Здесь уже все по-взрослому. Не застыли, никто не рискует проложить маршрут. Как уже, конечно, гости ко мне не смели. А руки мерзнут. Да, конечно. Отправляясь в путь, позаботьтесь о теплой одежде. На градуснике, на термометре стоит 7 градусов, но ветер прибавляет. Охлаждает. Довольно-таки сильно. Несмотря на выходной день, немноголюдно сегодня. Так что это? Лайк, хаска. Сегодня атмосфера не выходного дня. Прохладно. Ожидают нас морозы,
на следующей неделе до 35 градусов по прогнозам. Не хотелось бы, конечно. Такая мягкая зима в этом году нас радует. Чтобы подольше постояла погода. 12-15 градусов. Ну, Сибирь. Ну, не есть Сибирь. Ну вот. Кружочек по парку мы дали. Пойдем теперь куда-нибудь в тепло. Согреть. Да, замерзшие организмы кофейком с пироженком. Сейчас мы найдем такое уютное местечко. Нет, она что-то... Сегодня не в настроении, не хочет. Там тепло, наверное, она не хочет вылазить. Да, Белочка. Белочка высунула мордочку. И спряталась после небольшой фотосессии. Не хочет. Но она так подышала свежим воздухом и спать. Ну вот. Природа успокоилась до весны. Подождем. Пока полюбуемся на собачонков. Кружочек.